Ну, над такими домами запариваться-то особо и не нужно, самое главное. Но можно сделать красиво. Несложно, а Да-да-да, красиво. я не про, ну, я про это и говорю. То есть то, что он... Допустим, когда ты из камня строишь, фу, блядь, какой дом получается. А из этого будет прикольный. А Та-тарам-парам-пам. еще нам нужно много сундуков. Придется Да, пиздец. вдаль бегать за деревьями. Так мы потом просто полянку сделаем, понял? Она будет сама строиться. Ну, расти, имею в виду. Полянку земляную. Там Ну, я мусор, тут наметил там уже, как это мусор. будет выглядеть примерно. Раз, два, три, четыре. Так, ну я довольно много набрал. Сейчас приду. Гладкий песчаник, песчаник, беленый песчаник. Чего меньше, то будет полон. Ага. Где домик? Все, вижу. Вот. Где лопата? Так, у меня закончились песчаники. И Тебе башню никто нужен разобрал. песчаник или гладкий песчаник? Да мне все что угодно. Мы сейчас из говна и палок, мы потом уже декором будем заниматься. И вот сейчас Не-не-не, тоже. мы сразу сделаем все аккуратненько. Хорошо. Сайн боди. Так, это, так понимаю, обычный песчаник, да? Это гладкий песчаник. Пока что это коробка, но мы сейчас сделаем сразу лестницу. Дабы тут есть, блядь, башня, в которой лестницу можно забрать. Да. Слушай, мы так много бегали и не встретили ни одной вышки разбойников. На удивление. Чтобы нам дали пиздюлей. Да, нам повезло. Мы как-то украли разбойника и притащили его в деревню, и я его держал за стеклом в качестве циркового животного. Но это было долго и тяжело. На лодке можно кого угодно притащить. Так. Что мне выкинуть? Что мне выкинуть? Он вылез. Сейчас пойдут сундуки, уже будет что выкидывать. О, слава богу. На пол хватило нормально. Так, это что за безобразие? Все, кирка сломалась. Беленый песчаник. Бам-бам-бам-бам-бам. Блять. Я там. А можешь Ну сломать эти ты два блока? Вот все эти два переделал. блока. Но я сделал, чтобы все одинаковое было. Типа пол это гладкий песчаник, а вот это основание это гладкий песчаник. А, у меня есть кирка, отлично. Но у нас нет камня. У нас все есть. Какая красота получается. Бля. Так.
Блин. А, это песок. Так, вроде нормально. Ага. Ты решил потолок гладким песчаником застроить? Кстати, тут стак камня есть. И нам нужно доски, чтобы... Ребята, от 9 до 10 наш дом насколько выглядит? Я думаю, 10 из 10. Может, кто-то не согласен поставить 9? А также я бы, наверное, забрал у вас ящики. О, это да. Бочки, бочки. Тут же дохера бочек, надо их все забрать. А зачем бочки-то нужны? Так они такие же, как и ящики. Просто выложить все это дело лишнее. Гладкий песчаник. Слушай, здоровый дом. Мяу! Поступил нужен верстак. Верстак тоже нужен. Тоже распоряжение. Сами бы мы не стали, мы же не изверги. Так, где гладкий песчаник? Пеленый. Вход несимметричен. А, неважно. В смысле вход несимметричен? Я этого не переживу. Погоди. Погоди, нужно все снести. А, реально. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Мы расширим вход. Как? Нет, мы сузим вход. Первого дома? Мы не оставили алмазы никакие. Все с нами. Мы сузим вход, и все будет нормально. В один блок? Ну да, иначе несимметрично. Это ужас, проще. Блядь. Ужас. Нет! Сейчас, секунду. Это изюминка дома. Вы все портите, девочки. Или кто смотрит Юлика, я не знаю. А, вы все портите. Надо сделать так, как запланировал архитектор. Например, я. Любимый путешественница. Все, ты хочешь несимметричный дом? Я тогда... Да, плюс. Все сделано специально вот так. Так. Сейчас. Посмотри, какой он крутой, алло, вернись. Сейчас, секундочку. Все симметрично и все прекрасно. А как сделать? Ну ладно. Все ты симметрично сделал? Он очень клевый, они скажут, ебать, я крутой. Это дизайнерское решение, Юлик, все правильно. Ну хорошо. Ой, почти потолок достроили. Не теми блоками, конечно, но да. Ой, надо... обсидиан, откуда у нас обсидиан? Мне бы палки, я бы накопал обсидиана где-нибудь. Поехали, блядь, работают, таджик. Где бочки? У меня бочки не взялись. Я все разбивал, разбивал. Блядь, где бы высрать уголь теперь? Угля у меня нет. Слушай, симпатичный домик выходит. Я тебе и говорю, имба. Да пора спать ложиться. Пойдем опять выгоним этих кентов. Так, встаем, уебище, я сплю.
Да нет, почему? Алло, я типа не говорю, вы что, блядь? На меня напали из-за того, что я предположил, что у тебя девочек много. Чего? У тебя вот сколько процентов женской аудитории? 60, вот у нас 60 с лишним, да. Ну, значит, много. Это женская аудитория получается в основе. Ну да. А поэтому я никого не оскорбил. А кто на тебя напал? Че сказали? Что? Тут гетеросексуальные мужчины. 40+. Дом из кубиков какой-то получается. Но стекло это пока что роскошь. Нет, это не роскошь. Мы живем на стекле. Это как нефть. Мы живем на стекле, но мы не живем на деревьях. Так у нас просто будка будет темная. Вот зачем этому дому угол? Если я его разберу, дырки-то в доме не появятся, значит ничего страшного. А нет, появилось. Но там все равно никто не живет, это так, декоративное здание. Так что ничего плохого не произошло, по сути. Так, так, так. Слушай, у нас факелов, у нас... А, вот есть факел. У нас нет угля даже на то, чтобы факелы сделать. Ничего страшного, я уже дерево копаю. Но это какие-то баобабы, блядь, судя по всему, растут. Ой, 10 факелов, откуда? Ты посмотри, уже пришли смотреть. Кто это тут живет? Что это за здание такое? Погуляем у вас. Что? Не знаю, что будет с жителями. А что будет с жителями, если всю деревню разобрать? Они, наверное, просто будут да, бегать, они, блядь. Они будут туда-сюда ходить и мычать. Каждому нужна кровать и блок работы. Мы можем строить блоки работы, которые нам нужны, и покупать у них то, что нужно. Это прорабы получается. Ну да, да. Я 10-этажку пытался как-то построить, построил 3 этажа, потом взорвал все. А? Не знаю. Когда не знаю тоже. Когда я постираю, блядь. Так, ты где? А я дом застраиваю. Все, у нас дом со входом. Всё. Блядь, ну это какая-то квартирная дверь, блядь, тут еще. Кто, блядь, иди отсюда. А их тут двое даже. Это гости, они здороваться пришли. Кухню, блядь, нам соорудил. Так, за 3 изумруда он даст треску в ведре. Даст в жопу, блядь. Такое себе предложение. Нет, если бы он в жопу давал, это было бы. Это уже с модами. Я думаю, есть такие моды. Блядь, а это нормально? Они входят, да. Они так и будут тусить. Сейчас я у них. Пацаны, видели вот эту штуку? Сейчас ебану. Так, что, у тебя динамит есть? Да. Нифига себе. Я добыл нам дерево. Погоди, а ты что, все стекла замурыжил? Ну стекла-то пока нет. Как же мы будем жить? С дырами в стенах. Что я надыбал 2 четкие зеленые кровати. Ну, сразу видно наш дом, это коробка на фоне всего города. Мою ебало коробка. Так. Так. Все готово. Я поставил. Сложи, пожалуйста, ресурсы. О, я бы закончил, я уже устал, я так долго не умею. Сейчас я схожу быстренько. Давай. Вот тут. Стекла накопаю, тут на пережарку поставлю. Блоки и мусор. Так, блоки, блоки, блоки. Здесь будет что-то полезное. Угу. Что-то полезное по типу таких вещей. Жирная плита, чародейская книга, верстак. Порох.
есть вот это вот. Тут будет еда. Сорок девять блоков чего? Все, давай прощаться, я устал. Давай. Это можно до бесконечности, до утра в Майнкрафт играть. Все, ребята, стрим по